Всем привет! Это ролик предостережения для тех, кто ищет хорошую видеокарточку. Все мы знаем, в последнее время случился кризис с видеокарточками старшего сегмента. Профессиональные, геймерские, мощные видеокарты исчезли с рынка. А если и есть, то они по негуманным совершенно ценам. То есть давайте вот я сейчас просто пробегусь. 45 580, 60 1070, 30 30 32, то есть карточки в 3 раза дороже, чем они были. С чем это связано? Ну, многие винят во всем майнеров. Ну, обычно это делают геймеры, которые в этом ничего не понимают. Но на самом деле произошло вот что. В связи с тем, что доллар успокоился, у людей появились кое-какие накопления, и карточки упали в цене, их стали покупать. Покупать их стали не только майнеры, но и геймеры. А так как резко пошла реклама про майнинг, соответственно, геймеры тоже это смотрят. Соответственно, они видят, что карточки подешевели, начали себе покупать. Майнеры начали себе покупать, и в итоге получилось то, что карты начали расходиться. Но это связано, во-первых, не с тем, что возрос спрос. Появились, так сказать, перекупы, которые продают целые фирмы для майнинга. Они скупают чуть ли не контейнерами эти видеокарточки, продают целые квартиры, покупают видеокарточки и продают фермы для майнинга. То есть это круто. Представьте, продать трехкомнатную квартиру, там за 5 миллионов купить себе контейнер видеокарточек, снять ролик на YouTube и после этого башлять просто фермами. В связи с чем и возник кризис видеокарт, потому что таких людей стало очень много, спрос на карты начал постепенно расти, вырос до такого момента, да, когда уже не стало хватать и вот этим людям. И получилось так, что стало хватать не только обычным людям, да, карточки купить нормальные себе, но и тем барыгам, которые башляют целыми фермами, либо же просто перекупами, которые башляют картами. И, соответственно, что произошло на рынке? Большинство фирм увидело, что карты начали резко пользоваться спросом, потому что и геймеры, и начинающие майнеры начали просто выхватывать бюджетные карты, бэушные и так далее. И барыги, ну по-другому их назвать никак нельзя, предыстория маленькая будет попозже, начали просто выкупать, сносить даже Авито объявления, то есть они ездили реально сами барыги и выкупали последние карточки, главное, чтобы была гарантия. И собирали фермы из бэушных карт с гарантией. Все, то есть на каждую карту была отдельная гарантия. Это не фирма, это обычный человек, который купил карт фиговую тучу, потом в итоге задирает цену в 2-4 раза, ну сейчас уже в 5 раз задирают цены, и спокойненько сливает ферму, травя анекдоты про то, что эта ферма будет приносить 10 тысяч рублей, вот, например, вот эта 195 тысяч ферма будет приносить 10 тысяч рублей в месяц или в день, и, соответственно, человек, развесив уши, не понимая вообще, что... Блин, надо сесть и посчитать с калькулятором, сколько будет окупаемость эти 195 тысяч рублей. Он спокойно берет и, веря тому, что говорит продавец, соответственно, начинает пользоваться. Но прежде чем начинает пользоваться, все прекрасно понимают, чем больше ферм, тем больше, соответственно, прибыль. Но никто не задумывается, насколько, когда эта прибыль пойдет, через сколько месяцев, через сколько там лет, так скажем. В общем-то и появилась вот эта вот ажиотаж, непонятно из-за чего. Соответственно, у магазинов карт нет, потому что барыги скупили. Просто передо мной я вот покупал две карточки, человек покупал карт, которые уже нет в продаже по 20 тысяч. 1060, кстати. Он покупал их по 19 тысяч рублей в магазине, и в этот же день я увидел на Авито эти самые карточки.
в том же самом количестве просто расставлены коробочки красиво, кстати, оно здесь есть, там повыше, продает по 30-ке за карту. То есть покупал за 19, продает за 30-ку. То есть, ребят, о чем может быть речь? Причем здесь майнеры? Есть такая каста, которая находится, так скажем, на волне. Есть спрос, соответственно, будет и предложение. Но это полбеды. Появилось на Авито обиженные люди. Обиженные люди — это в том плане, что есть такие люди, которые просто сидят дома, хотят карточку хорошую по той самой цене, которая была достаточно уже месяц назад, это достаточно давно, потому что курс уже доллара, евро подпрыгнул, соответственно, карта никак не будет стоить уже тех денег. Они хоть как будут дороже, даже те, которые из новой партии придут. Но они так обижены на всех, что делают вот следующую нехорошую такую обстановочку. И, ребят, я предостерегаю вас от подобных объявлений. Все дело в том, что в большинстве этих объявлений пишется вплоть до следующего: могу отправить почтой в другую область. Соответственно, при переписке этот человек, соответственно, предлагает внести предоплату. И вот эту карточку, как бы вы, и деньги, которые вы предоплату отставите, вы больше никогда не увидите. Этот человек надуватель. Я по этому объявлению поехал. И после чего, когда я приехал на адрес, соответственно, его там не было. Там была женщина какая-то, которая вообще не при делах. И самое интересное, что человек, во-первых, не отвечал на телефонные звонки. Говорит, приедешь, в домофон наберешь, типа, и все, чики-пуки. Но, ладно, это первое объявление, которое увидел. Сразу после того, как я говорю, ну, ты бы сказал, что это развод, вместе бы посмеялись, потому что мне, в принципе, ничего не стоит сесть на электромопед и поехать через весь город по пробкам. У нас завтра день города. Но в то же время человек просто не вышел на связь. Короче, разводняк. Ладно, то, что вот эти объявления, ну, стали появляться вот такие вот разводиловы, да, то есть приезжаешь, никого нет, никто не отвечает. Вообще я не понимаю смысла этих объявлений, и очень много народу просматривает, потому что цена достаточно вкусная, то есть в 2.5 раза сейчас карточки эти стоят дороже, соответственно. Вы представьте, сколько человек также понесется, да. Но стали появляться еще объявления похлеще этой. 1080 Ti за 23 тысячи рублей. Таких цен уже нету. Абсолютно новая, полный комплект, любые проверки. Не использовалась, цена без торга 23. Сказочное объявление. Таких цен, во-первых, нет уже 100 лет. Все дело даже в том, что пару месяцев назад эта карточка стоила и то дороже, чем 23 тысячи рублей. Но тут продают за 23 тысячи, и я смело тоже написал, что кидалово. Я говорю, удали объявление. И объявление дальше висит. Следующая объява, которая вышла немного так, 28 минут, а здесь 21 минуту. До этого, до 1080. Тоже в том же самом районе, только уже видим, здесь Константин, здесь Игорь. Номер телефона, соответственно, отличается. Карточка от Гигабайта 1070. Очень крутая карточка за 17 тысяч рублей. Кстати, вот 1080 сейчас на рынке предлагается за 80 тысяч, 60-80 тысяч рублей за карту. Соответственно, понимаете, что это развод полной воды. То есть можно даже не обращать внимания. Но плюс такой, что когда появляется подобное объявление, если человек, который не в теме, смотрит, что ему надо продать карточку, соответственно, он может, ну, выставить где-то примерно в той же самой цене. И тем самым эти люди способствуют тому, чтобы появились те люди, которые реально могут продать карту по достаточно гуманной цене. Но в настоящее время, соответственно, можно даже сюда не лезть. Пока карты осенью не появятся на рынке в большом количестве, то есть
эти цены будут только расти. И причем, я не знаю, это по цене айфонов получается некоторые карты, ну, последнего поколения, ребят, ну это полный бред. Вот совсем недавно эта карта стоила, например, вот примерно вот столько, да, чуть подороже. А тут резко хоба, блин, и 60-70-80 тысяч рублей. Кто-то мне писал, что вплоть до того, что выставляют 100 тысяч рублей за одну карту. Но это вообще полный алис. 480-е продаются по 50 уже. И это, блин, какой-то майнинг-бум, я бы сказал, да. Потому что адекватный человек, геймер, да. Вот я, например, можно сказать, отчасти геймер. Иногда я просто люблю поиграть, но достаточно редко это происходит в последнее время, потому что лето, сами понимаете, все дела. И получается следующая картина. Резкое повышение цен идет именно из-за тех людей, которые, недопонимая, неправильно считая или вообще не считая, просто наобум покупают видеокарточки. Никто не смотрит на окупаемость, никто не смотрит на риски. Соответственно, вы знаете, это как в рекламе. Соответственно, прыгни с 9 этажа, мы тебе подарим Rolls-Royce. Тут то же самое. То есть риски просто колоссальные, глобальные, и непонятно, что будет дальше. Но тем не менее, почему-то люди с головой покупают карты, которые будут окупаться год. Просто вы представьте, карточка, которая будет окупаться год за 60 тысяч рублей. Одна карта будет окупаться год. А еще плюс вы должны платить за электричество, которое жрет эта карточка. То есть и получается то, что получается. То есть на рынке цены растут, потому что есть спрос. А обман растет. Вот такие вот приколюхи появляются. Соответственно, ребят, не ведитесь на это. Перепроверяйте, если человек не отвечает на телефон. Узнавайте про гарантийный талон. Обращайте внимание на интонацию голоса. Если вообще человек говорит, просто пишите мне, типа, и телефон недоступен, говорит, вот приезжайте четко на адрес, ну, тут чувствуется какой-то подвох. Конечно, можете потерять свое время, но знайте, что очень велики шансы, если человек не отвечает на номер телефона, не отвечает на сообщение, то это шанс того, что данный человек врет. И таких врунов очень много развелось. По объявлениям. Кстати, вот тут появилось еще крутое объявление. По 20 тысяч продавали. Вот R9-290. 20 штук. И написано было смешное. Компьютерный зал распродавал типа оборудование со своих компьютеров. При этом фотография была непосредственно только майнинг-фирмы. Причем здесь майнинг-ферма и компьютерный зал. Если есть возможность, соответственно, сфотографировать. Если есть телефон, значит есть возможность сфотографировать компьютерные залы и компьютеры, которые бы подверглись, скажем, разборке. Соответственно, в объявлении были бы указаны еще и системники или там другие комплектующие было написано. Но там ребята быстро справились на Авито и сразу забанили этого доброжелателя. А вот есть объявление поинтереснее. А еще есть объявление вот такого вот характера. Это когда реклама встроена в Авито. И очень много появилось сайтов, мнимых сайтов, прям написанных на коленке, по которым переходишь, а там предложения достаточно сказочные такие, по гуманным ценам и есть в наличии, типа по предоплате, вот, например, вот это, да. Не, ну тут что-то вообще... А, это еще реклама телефона. Типа 8300. Да не, вот странно. А, это уже другой сайт. Ну вот были вот подобные рекламные объявления. Переходишь по ним, вроде все в наличии, типа оплачиваете там любыми способами. И после того, как вы оплачиваете, соответственно, с вами мумят, после чего через какое-то время сайт пропадает. И вот я наблюдал картину, что этот сайт, это уже когда были в три раза цены выше на видеокарточке, совсем недавно, это пару недель назад, резко
через, не знаю, полторы недели этот сайт загнулся. То есть там были иероглифы, сайт недоступен. Короче, очень долго на Авито были подобные сайты, причем они были разные, типа напрямую от производителей AMD, напрямую от производителей Nvidia. И у тех, и у этих нету видеокарт. Ну как-то там напрямую все это все доставляется. И цены были почти такие же, как, ну, на пару тысяч всего дороже, да, чтобы не вызывать сильно подозрения от тех цен, что были месяц назад. И вот эти сайты, соответственно, кто-то пресек это все дело, и их забанили. То есть их снесли, соответственно, на ихнем портале. И сколько людей попалось на эту удочку, тоже неизвестно. Так что будьте в курсе, вот такие вот сейчас разводы, барыги, недобросовестные люди, шутники существуют на рынке. Так что лишний раз подумайте, а если вы хотите купить видеокарточку, ребят, подождите пару месяцев, и видеокарты на рынке появятся, эти карты упадут в цене, и тогда вы все сможете купить. Положите их лучше там куда-нибудь в стол или в банк под проценты, я не знаю. Они будут гораздо в лучшей сохранности, нежели вы сейчас потратите на карточки огромные деньги. И при этом пролетите, а тем более для майнинга уже поздно покупать. Уж вы мне поверьте. Стоит все считать по прибыльности и учитывать риски. А на этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.